И мы хотим объединить все славянские народы, всех русскоговорящих людей, проживающих во Франции, кто может посещать наши репетиции с возможностью восстановления народных праздников, наших общих корней. Вот, потому что в нашем театре мы поем на всех языках славянские, которые мы осиливаем. У нас есть сейчас македонские песни на сегодняшний день, и белорусские, украинские, очень много русских с разных-разных регионов. Вот, и мы все это превращаем в театр, в спектакль. У нас будет 25 июня Иван Купала. Вот, и мы вас всех приглашаем. Если будет интересно, следите за информацией в социальных сетях. Вот, и у нас был сегодня дебют, можно сказать. Я очень рада, что у вас дебют.